Так, еще. Куда нажать? Я как тут? Я забыл. А, вот. И играть. Так, кого бы загадать? Давайте так, я вам тоже не скажу, кого я загадаю. Вот. Но кое-кого я сейчас загадаю. Найди Джорджа Флойда. Подожди, давай вот без вот, собственно, не будем так жестко сразу. Романова, да подождите, нет. Сейчас. Все, я знаю, кого я загадаю. Ваш персонаж существует на самом деле? Да. Да, мужчина. Ну, блядь, возможно, частично. Короче, так, ваш персонаж появится? Нет. Ваш персонаж связан с компьютерными играми? Нет. Вашему персонажу больше 25 лет? А я откуда нахуй знаю? Нет, наверное. Нет, не в очках. Ну да. Нет, он не снимает челленджи. Нет, он не скрывает лицо. Ну да, бывает. Из мира юмора, блядь. Ну, возможно, частично. Да не связан он с мультипликацией. Какой нахуй младенец? Такие на ютубе не снимают видосы. Блядь, с ним есть мемы. Ну нет, он не мем. Да нет у него бороды, блядь, чё тупой, что ли? У вашего персонажа на канале больше 5 миллионов под... Да нет, блядь, у вашего персонажа английский ник на ютубе. А какой нахуй? Японский, что ли? Ваш персонаж связан... Чего? Что за мфть? Что такое мфть? Это кто, что? Короче, понятно. Наверное, не связан. Благодаря стриму на Twitch? Нет. Как, что это за игра? Нет. У ваших персонажей больше миллиона подписчиков? Бля, ну сейчас уже нет. Ну было вроде. Я не знаю. Не забудь, что завтра примерно в 3 часа выезжаем. Ну я же могу не ехать, если что, правильно, плохой парень. Возможность есть частично. Ел ли ваш персонаж свечки? Ты чё, блядь? Да нет. Да. О, ну... Да. А! Да ладно. Нихуя. Реально. То есть все, неадекватное поведение, это сразу малстрой. Понятно, блядь. Не, я тогда лучше к нему не пойду сегодня. Нихуя. Ну да, вот его я загадал. Пиздец. Как эта хуйня работает? Эй, блядь! Так, ладно. Пойдемте дальше. Так. Давайте сейчас теперь вместе загадаем Жужо. Ваш персонаж из реальной жизни, да. Нет, не женского пола. К пению, ну, возможно, частично. Частично. Ну, частично. Жужо прославился благодаря Ютубу? Да нет, это благодаря Твичу все правильно. Поэтому нет. Да нет. Ну да. А я не знаю, блядь. А... Да или нет? Да? Ну да. Чё? 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 Ваш персонаж любит материться? Ну да. У вашего персонажа есть таксы? Нет. Какой Rainbow Six? Нет. Ну да. Из провинции. Ух, ещё какая... Стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Нет. Да я же сказал частично, ты тупой, что ли? Ваш персонаж живет с мамой? Ну, было дело, но сейчас нет. Тиктокер. Да нет, блядь. Да нет. Ломал дома? Ну, в Майнкрафте разве что. Нет. Да. Повязка на голове. Блядь. Понятно, вот это вот дебилы, короче... Твич ассоциируется, ну, вы поняли, с кем сразу же. А я, блядь, башня на голове, а не повязка, например. Нет у него повязки на голове. Нет, у него не покрашенный волос. Блядь, вот тут сложно. Так, подождите. Тут уже, тут сложно. Ща.
Так, ладно. Клоун, ну получается. Частично, возможно, частично. Клоун ебаный, блядь. Я в ахуе, блядь. Что это за фотка? Сергей Пешков. Музыкант! Не, ну я тоже, получается, блядь, у меня даже больше треков, чем у него. Попробуй меня. О, давайте плохого парня, реально. Выдал ты, ебаная, блядь. Всемку, наконец выписали из больницы. Пока была там, снились онли казахские сны из-за казахских криков по духам, так соскучилась по вам всем. Хоши Гоу, спасибо тебе большое за 120 рублей. Что ж, поздравляю тебя с выписыванием из больницы. Добро пожаловать обратно в нормальную жизнь. Вот. Так, теперь у нас плохой парень. Да, он существует в реальной жизни. Да, нет, он не женщина. Да, он певец. Рэпер же, правильно? Ну да, рэпер, блядь, бывает такое. Татуировка на лице? Нет. Хорошо знает русский? Ну, вроде частично. Ваши светлые волосы? Ну да, получается, у тебя же светлые волосы, да? Сейчас, подожди, вспомню, у него светлые волосы или нет? Ну да. Если у вашего персонажа шрамы на лице? Ну я его пока не пиздил, поэтому нет. Кто нахуй? Ты лесной зверь? Нет. Ну нет, не лесной зверь. Знаменитый брат. У тебя есть знаменитый брат? Ой, подождите. Быдло ты ебаная. Стиди, блядь. Спасибо тебе за 120 я рублей. Я там подписку подарил. Думал, там текст. Подожди, а Кьют Бонус мне тоже нельзя. Задонатил 100 рублей. Спасибо, чатик. Ладно, прости, бро, спасибо, чатик, пока. Сердечко вам. Ой, спасибо большое тебе тоже, если ты еще здесь. Стеди CSGO, спасибо тебе, кстати, большое за новую платную подписку. Реально пропустил. Спасибо. 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 В смысле, пока. Что значит пока, блядь? Так. Нет у него брата знаменитого. В русском варианте прозвище вашего персонажа состоит из двух слов. Бля. Он догадывает. Бля, может он меня слышит? Через микрофон. Это Моргенштерн, это Моргенштерн, это Моргенштерн. Ваш персонаж участвовал в боях 3 на 3. Че, блять? В доте, что ли? Или где? В CSGO? Ты че, ты дрался с кем-то 3 на 3? В Бравл Старс? Нет? Имя вашего персонажа связано с Содой? Сода Лав? Нет. Ваш персонаж — существо без глаз. Да нет, блядь! Имя вашего персонажа состоит с четырех... Да нет! Да не снимает он видео на улице. Какие еще, блядь, кошельки? Снимался ли ваш персонаж в клипе Моргенштерна? Ну, пока еще не доросли, наверное. Длинные волосы, ну да, ну да, длинные, ну у тебя же длинные волосы-то, ну как бы, ну длинные, да? Ну, как нет? У тебя длинные волосы, дурак. Ну да. Связан? Ну, частично, возможно, частично связан, правильно? Бля, его задержка у этого человека. Возможно, частично связан с Твич. Короче, ладно, возможно, частично. Ваш персонаж использует качество оружия. Дреды? Да нет у него дредов, блядь. Я ж сказал тебе, частично. Какой военный, блядь, ты чё, дурак, что ли? Какие нахуй общие родители? О! Чё? То есть, чего, бля? Как он понял? Типа, ответить на вопрос про родителей. Я чё-то нихуя не понимаю. Бля, сука. Ну видишь, пожалуйста, ты тоже оказывается знаменитый. Тебя знают, Акинатор, бля. Поздравляю. Это плохой парень, да. Ну, в то же время ещё и хороший. Я в ахуе, бля. Трэпер? А чё такое трэпер? Это как это вообще? Что за трэпер? Трэпер, блядь. Оказывается, ты трэпер. Вот он. Трэпер. Ну ладно. Поздравляю, да. Трап.
Так, окей, играть. Давайте корейку Дашу. Ну, я думаю, тут очень легко будет. Ваш персонаж... Ну, да. Блять, а вот это вот я... Вот тут тяжело. Слушай, а как это? Даже не знаю, ну... Возможно, частично, блядь. Скорее, не совсем. Я не знаю, как! Ладно, возможно, частично. Блять, конечно, есть телефон. У кого нет телефона? Блять, ты чё нахуй, тупой, что ли? Говорю, частично. Блять, частично. Да я откуда... Ну, нет, наверное. Блять, они покрашены, я не знаю. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Нет! Да. Бля, это было легко. Изи вообще. Чё, блядь, за фотка? Нельзя было другую фото подставить сюда. Что это за хуйня? Обобус, блядь. Корейка Даша. Себя? Да, это легко. Меня тут уже миллион раз отгадывали. Ну, окей, давайте меня. Да. Нет. Ладно, пока нет. Ну, теперь уже возможно частично, как бы. Ваш персонаж связан, ну... Частично. О, да, больше 18. Ну да, говорю, стараюсь. Ну да, стримы Twitch. Нахуя ты, конечно, вопросы задаешь, блядь. А, ну... Мне интересно, если я отвечу да, он сразу меня выдаст? Или еще немножечко вопросы позадает? Че, блядь, за хуйня? Прослушка. Почему именно такой вопрос, я не понимаю. Ничего себе, тут отдельный вопрос со мной. Охуеть. Да. Бля, подожди, то есть тебе недостаточно, да, того, что я уже сказал? Так, ну, вроде есть руки. Нет! Ну, да. Ты чё тупой, блядь? Я же ответил, связан с каналом JessVGN. А, у нас же на канале много всяких там еще персонажей, типа Алёша там и прочее. Наверное, в этом плане спрашивает. Он думает, что я Алёша из игры. Нет. Видите, там Детройт, походу, блядь. Нет. Нет. Блядь, чё за хуйня играет, господи? Происхождение тестов? Ну да. Алексей Губанов, Хес Жесовен, ютубер, стример на Twitch. А, да? Сколько там меня уже раз отгадывали? Персонаж уже был отыгран 15342 раза. Последний раз он был сыгран 08.07. То есть сегодня. Нормально. Мало! Мы еще, кстати говоря, не обратили внимания, сколько других отгадывали. Ну вот запомните, меня 15 косарей. Вову, Братишкина. Да это же легко, блядь. Ну да, существует. Нету ни женского пола. Чё, зависло? А. Частично. Нет. Частично. Да. 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 Не, ну он же связан с моим каналом. Бля, он заебал нахуй. Чё меня везде это, вкидывает каждый раз? Бля. Ну, частично, да. Ну, это какая-то хуя, он просто перечисляет все каналы. Ну, ну, возможно, частично, блядь. Ну как начальник? Ну шеф там, я не знаю. Ну можно и начальником назвать. Ну для меня, ну никто нахуй. В плане там, ни начальник и ни шеф, друг. Вот. А так чисто грязь из-под ногтя, блядь. Вот. Частично, блядь. Ну, ну он красил волосы, поэтому, наверное, да. Ну да.
пиздец. То есть у Акинатора он ассоциируется с волосами покрашенными и благотворительностью, блядь. Ну да. И вы мне будете говорить, что меня мало раз отгадывали? Ребят, 3000, блядь, 3000 раз. У меня 15 косарей. Извините меня, извини меня, блядь. Это кого еще мало здесь отыгрывали? Так что давайте вот этого, не, ну не надо мне, ну вот не надо мне здесь. Ладно. Бустер, да это же все легко, это 2 секунды. Давайте что-нибудь такое. Романов. Давайте Романова загадаем. Да, существует. Нет, это не девушка. Да, связан с миром музыки. Но он не рэпер, он снимает клипы. Сколько ему лет? Ну, наверное, ему вряд ли больше 30. Не, ему точно не больше 30. Сколько ему лет? Да, сколько ему лет? Я не знаю. Да нет же, ну. Да... Ну, говорит он по-русски. Нет, ну он же не в очках? Нет. Ну, да. Вообще, благодаря... А какие... Я не знаю, блядь. Нет. Ну, да. Нет. Нет. Да. Блять, что за хуйня? Ну да, он и на улице клипы снимает. А у меня чат завис. Что с чатом? Ну, возможно, частично. Так. Да, Романов, ты любишь единорогов? Ответь, пожалуйста. Ваш персонаж имеет отношение к Ян... Ваш персонаж ведет канал на Ютубе вместе со своей девушкой. Нет. Да нет, у него бороды, блядь. К пению. Ну, лично он не имеет отношения к пению. То есть сам он не поет. Правильно? Частично, может быть. Бля. Ну нет, наверное. Какой нахуй Глеба ТВ? Ты чё, дурак, блядь? Продолжить? Да. Бля, это будет очень тяжело. Какой тубит ути, блядь? Нет. Да не работал он в школе. Да не лысый он. Да и откуда, блядь, все любят спать? Да, наверное, он имеет права. Какой код, блядь, как это поможет мне вообще? Я не знаю. Нет. Нет, он смотрит мои реакции. Блядь. Нет. В каком Дрездене? Нет. Каком? Блядь. Да. Какая нахуй кошачья голова? Какой нахер техники? Да нет у него канал на Ютубе, блядь. Ваш первый разночный. Какой луна, блядь. Да не пишет он музыку. Да не видеоблогер он, сука. Да не красивая он женщина. Он просто красивый мужчина. Да не носит он оружие. Ты чё, дурак, что ли? Да! Какая нахуй ему метла, блядь, он камеру с собой носит. Да не играет он в рок-группе, долбоёб. Да, у него, кстати, есть сын. Да. Ай, блядь, в смысле сэпл. Ну как? Нет. О! Почему видео на украинском? А, отлично, мы это сделали. Охуеть. Как? Как он это понял? Его охуе. Почему видео на украинском написано? Видео. Он из Украины? Он украинец? Шлёпу. Да! Поздравляю. 11 раз! Ой, бля. Походу, на этом Акинаторе... Меня больше всех отыгрывали, если честно. Потому что, ну, 15 тысяч. А когда у Братишкина всего лишь 3 тысячи. Это говорит о многом. Так, кого сейчас шлёпу? Да, в реальности, да. Мужчина? Нет. Нет. Нет.
Ну, да, конечно. У шлёпа есть глаза. Блядь. Да нет. Не. Чё? Подождите, мне что-то Жужо написал. Здорово, а что, к Малстрою идем? Ага. А Малстрой не подрубил? Подождите, я, пожалуй, Малстрою отвечу. Так, идем дальше. Антошу. 7000 раз шлепу кто-то отгадывал. Фу, так. Все равно. У меня пятнаха в два раза больше. Я популярнее шлепы. Ну да, в реальной жизни. Нет, не женщина. Нет, не певец. Не. Да. О, нет. О, да, меня знают. Какая нахуй Елена? Нет. Нет. А, возможно, частично. Вы хотели бы иметь любовно... Блять, возможно, частично. Какой игромикс, нахуй? В смысле, из прошлого, блять. Да я нахуй отзнаю откуда. Возможно, частично. Вы дружите с вашим персонажем? Ну да. Вы ходили на свидание? Ну да. Вы дружите? Блять, чё тупой? Блять, чё тупой? Чего нахуй? Да ты заебал! Тебя, сука, сказал частично. Да ты чё тупой нахуй? Нет, короче. Да нет! Ваш... Нет. Терял ли ваш персонаж... Вы когда-нибудь занимали секс? Так, ладно. Нет. Охуеть! Ты чё, тупой? Отлично. Хамбаб. Не, ну а чё? Все так и есть. Угадал. Нихуя! Как-то тихо. Джин, спасибо за 400 рублей. Ебать. Антошу отгадали 1 242 000 раз. Не, давайте еще раз. Да. Нет. Ну, частично. Нет. Ну... Частично. Да. 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 Нет. Нет. Не знаю, где он родился. Нет, наверное. Ну, Чел, блядь, ты серьезно? Окей, давай вспомним полноватых людей, у которых больше 1 000 000 подписчиков. На Твиче. А, щит банат. Но он уже не полный. Все. Майл подрубил. Ну нет. Че я думаю-то? Кто осуждаю, блядь? Осуждаю нахуй. Что за хуйня, блядь? Че осуждаю, блядь? Че? Это не смешно. Мы подобные слова, выражения не поддерживаем. What the fuck, блядь? Акинатор, че? С ума сошел. Это старый, скажем так, старый псевдоним, который уже все, не имеет никакого отношения к настоящему человеку. Мазелова? Ой, блядь, сложно будет, наверное. Да, существует. Нет.
Ну да. Ну вот после этого нам сейчас тяжело будет. Ну да. Нет. 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 Да. Нет. Нет. Ну да? Чё, блядь? Нет. Нет. Чё? Рэпер, которому больше 60 лет. Какое чёрное нахуй платье? В русском варианте прозвище вашего... Нет. Ваш персонаж использует лазерную винт. Видеоблогер. Частично. Да нет, у него татуировок, заебал. Да не лысый он. Да нет. Чё? Чек, сколько раз отгадали бустеры. Подожди, нет у него бороды. Нет. Да. Семьсот раз. Бог, бля. Вахуй. 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 Так. Кого там? А, бустер? Ну, давайте бустер. Реально интересно, сколько вы отгадывали, да. Нет. Ну, блядь, и так, поэтому честь... Ну, честь... Не, ну, у него только одна песня, поэтому нет. Да. Да. Ты заебал. Не, вот серьезно, как только про Twitch речь заходит... Не, я, конечно, польщен. Я, конечно, польщен, что каждый, кто проходит эти тесты, просто, ну, вот это, короче, кинатора, вот, сразу же я как раз появляюсь. То есть он меня рекламирует каждый раз, когда кто-то пытается отгадать стримеры. Нет. Нет. Зачем ты продолжаешь... Блядь, чел, ну и так уже понятно, о ком речь. Бля, какой Никулин. Какая пантера? Какой Никулин? Да. Сколько? Да ты нахуй, блядь. Фу. Play me вечер. Спасибо тебе большое за новую платную подписку. Вах, да накрутили, как обычно. Ой. Палево. Да зачем у Вангая? Ну, типа, смысла. И, ну, смысл нам отгадывать то, что тут, блядь, и так известно. Смысл нам Папича отгадывать, и так понятно, что его мы... Это буквально даже минута не пройдет. Алина Рин. Ну, тоже известная личность, ну. Он же завис. Да. О, да. Не. Ну, естественно, блядь. Меня на руках в детстве. Алина Рин. Моим учителем? Вот это был бы, конечно, прекрасный учитель, но нет! У вашего персонажа больше миллиона подписчиков? Нет. Да нет! Ну да чё, блядь? Ну алё! У вашего персонажа были дети? Слава богу, нет. Вот... Я не знаю... Вы видели вживую вашего персонажа? Да? Ой, бля. Вы когда-нибудь за... Да ладно, 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 ладно. Нет, не учится. Ой, бля. Ваш персонаж из вымышленной страны. Ой, блядь, к сожалению, он из России. Ваш персонаж имеет отношение к Sims 4? Нет. Да не, нет, блядь. Кто нахуй? Нет. К сожалению. Ну, мы все из России, как бы, к сожалению. Ваш персонаж в части зверь?
Ну, я не знаю, как бы, может, в постели. Я не проверял. Тигрица, блядь. Нет. Не, это, конечно, все верно, да, это, конечно, все верно. Ну, ты охуел, что ли, Акинатор, блядь? Это, я думаю, это очень красивую девушку из вашего ближайшего окружения. А, да, что ли, нихуя? А я и не знал. И как бы, ну да, но нам бы продолжить. Нам бы продолжить, да. Какой отель? Ты отвечаешь на личный вопрос. Блять, а как? Знакомы лично. Ну мы же лично знакомы. Вы бы хотели иметь любовные отношения. Так, блять, они в этот. А, я понял, блять. Акинатор взломала какая-то маленькая девочка. Короче, ну вы поняли. И начинает мне задавать эти вопросы специально, чтобы, ну, это самое, блядь. Чё нахуй за допрос? Я что, на пушке, блядь, или что? Я не понимаю. Я что, блядь? Это что, блядь, такое так, нахуй? Отвечай. Это не, это что такое, нахуй? Ещё один шипер на Акинаторе. Так. Пусть это останется секретом. Вашему персонажу больше 15 лет, да? Ваш Нет. Да нет. Да. Так. Ну, блядь, ну а как? Ну, частично. Ну, как бы из индустрии секса. Не, ну... Не, ну, она, конечно, секс. Но это же не знаешь, что она из этой индустрии, правильно? Ну, как бы, не... А вы знаком... Да ты заебал! Я тебе ответил уже! Ты чё, тупой? Бля, а я вот чё-то на глаза внимания-то не обращал. Я не знаю. Короче, иди нахер. Нет, мы не виделись. Не. Блядь. Блин, форму шара имеет Антоша, блядь. А Алина не имеет эту форму. Нет. Блядь, ну конечно, больше тысячи. Да. Какие сосиски, блядь. Да. Какая борода, если это женщина? Какой Харьков. Блять, с ума сошел, что ли? Кто? Это кто? Нет, продолжи. Бляй. Не. Не. Или есть, я не знаю. Как сам ты коза, блять? Да нет. 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 Да. Частично. Какое нахрен уголовное дело? Нет. Не. Нет. 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 Нет! Так, стоп, она в танки играла. Давно она стримила танки. Поэтому... Частично. Ты чё, дурак, нахуй? Я тебе второй раз отвечаю уже. Да! Сюда! Нихуя себе, 8999. То есть я 9000-ный. Ой, бля, балдеж, Гоут Дашу Таран? Кста. Да. Да. Не?
давайте сразу будем отвечать, что нет. Да? Нет. Блять. Частично. Возможно, частично. Нет. Нет. Да? Ну, да? Не. Да! А, подожди, частично. Нет. 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 Нет! Блять, ты чё тупой? О, блядь, конечно, больше 1000 подписчиков в Инстаграм. Какую манную каш? Не, это, конечно, все круто, но... Но нет. Но нет. Не-не-не. Калмыки? Чего, блядь? Да, ой. Старший пиздец, нет. На русалку? Не. Блядь. Нет, вроде. Да я откуда знаю, хуй знаю. Да. Да. Кто? Владус? Какой нахуй Владус? Ну, блядь, частично. Чё? Любит переодеваться. Ребят, модели же любят переодеваться, правильно? Их это работа. Я не знаю, ну просто как на хуйню ответить, серьезно. Заруинил с именем. Это похуй, там можно на другие вопросы ответить. Короче, она модель и как бы... Ну, частично, наверное. Слышал про мотоцикл и... Я вагина. Охуенный мотоцикл, слушай. Нет. Да я не знаю. Да. Уничтожает мир. Да блять. Вроде да. Нет. Ты отвечу, что не знаю. Ты кто? Ты кто, блять? Тиктокер. Ты запоролся. Да иди ты нахуй! Да, правда. Не, я не сдамся. Я, сука, не сдамся, блядь. О, блядь. Блядь. Какие вайны? Кто их сейчас снимает вообще? Украинец. Да нет, вроде. Нет. Камера, ну... Блядь. Блядь, даже если бы был кот, как спросить у кота, любит он тебя или нет? Я не знаю, блядь. Не знаю. Я не знаю. Нет! 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 С искусством. Так, а работа моделью это искусство? Я просто хз. Нет? Нет. 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 Кстати, вроде тоже нет. Блять, как тяжело, а. Ты запорол там все, вот и не огадывает.
Я не знаю. Нет! Да, блядь. Он не задает правильные вопросы. Вот в чем проблема. Забинтовый. Да я не знаю, блядь. Да нет. Иди ты нахуй, долбоеб. Короче, блядь. Короче, это тяжело. Не, она по-любому тут есть. У нее 4 ляма подписчиков в Инстаграме, чтобы вы понимали. Лагоду. Надежду. Вы что, ебанутый? Как вообще все... Какая надежда? Как, что он тут забыл? Кому оно тут нахер нужно? Нет, окей, давайте попробуем надежду. Ой, а, ну да, в реальности есть. Да, девушка, да. Нет, она вообще, она здесь ничего не имеет. Блять, вот тут, кстати говоря... Че отвечать-то? Ну, она-то меня знает еще как, собственно говоря, поэтому-то она и существует. Но если же я отвечу да, то он опять будет думать, что это... Мой брат, моя сестра, моя девушка. Нет, отвечай. А, я буду отвечать так, как будто бы я просто зритель, который пытается отгадать надежду. Говорит по-русски? Да, к сожалению. Нет, не видеоблогер. Нет, ее нигде не показывают. Нет, она не... Нет. Я не знаю. Но думаю, да. Нет. Да. Я не знаю. Нет. Ну, блять, вроде человек. Если это можно назвать карьерой. Блять, что? Я не знаю. Я не знаю. Да. Мяукает? Нет. Да не имеет к сексу ничего. Хотя, блять, она имеет отношение к сексу. Она постоянно в сексе пишет. Любит кого-нибудь? Меня. Он, учитывая, какие пасты она пишет. Думаю, да, блядь, она писатель, но нет. Нет. Я не знаю. Нет. Пиздец. Не, ну если это вот эта надежда, и она так выглядит, то, конечно, да. Это прекрасно просто, блядь. Но это нет, это не она. Наверное. Может, она есть, блядь. Ну вот, ребят, вот вы и нашли надежду. Ваш персонаж женщина? Да. Нет, она не легендарный покемон. Я не знаю, какие у нее волосы. Я не знаю, красива она или нет. 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 Я не знаю, торгует она телом или нет. 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 Нет, наверное. Блять, я не знаю, где она живет. Я не знаю. Нет. Да, блять, откуда муж усатый? Хуй его знает. Нет. Нет. Мы ее не отгадаем. Глупый сын? Что? Ну да, носит. Я не знаю. Все, в пизду. Это невозможно. Нет здесь надежды, ребята, а вы что думали? Так, да, существует. Да, женского пола. Да, нет. Частично. Нет. 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 Не. Я не знаю. Не. Не. Да. Не. Кого? А вы угадайте. Нет. Нет. Угадайте, кого я сейчас отгадываю. Нет. Я не знаю. Ну, вроде... Сейчас, в данный момент, да. Ну, да. Быдло ты ебаная, бля. Забавная хурма вышла со мной. Познакомился с девушкой в баду. У нее уехали родители, позвала на тусич. Но одна из девак нажралась и упала в басик. Начала переодеваться, я ее трахнула, а та расстроилась.
Чего, блядь? Чего? Джин, спасибо за 120 рублей. Можно даже так сказать. Не. Нет. Я не знаю. Короче, блядь, это сложно. Окей, кого еще можно отгадать? О, нет. Благо? Благо Вайт? Я думаю, это легко. Лагода, Модестал. О, давайте Модестал, и правда. Ну да, существует. Бля, ну, слушай, я вот даже не знаю, как тут ответить. Ну, Модестал это и парень, и девушка. Что мне нахуй отвечать? Ну да, ладно. Нет. Нет. Да. Частично. Нет. 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 Да. Не. Нет. Какой кот нахуй лесной? Какой колпак? Вуаля. Чё, я чё-то пропустил? Головной убор. Не. А Модестал изменились. Ой, блядь, нахуй. Чё, стример на Twitch? Кто это? Какого хрена вообще? Нет, не в Москве. Да. Нет. Нет. Так. Да. Ну не видео с братом снимает, а как бы стримит с братом. С братом. Чё, ебать? Ну да. Ксения Андреева. Андреева, бля. Понятно. Андреева. 3000 раз. Вику Трэп. Да не хочу Вику Трэп отгадывать. Нахуй оно надо. Да Мэлла мы уже отгадали, ну. Лагоду. А чё Лагода сразу? А чё вдруг Лагода? Ну ладно, хорошо, Лагода. Нет, он не девушка. Ну, бля, частично, наверное, как-то. Да нет, не певец. Да как бы не связан с компьютерными играми. Ну как бы бывает, говорит по-русски. Да не показывает по телевизору. Да, ему больше 18 лет. Да не стримит он в очках. Да не тиктокер он. Да не старше он 30 лет. Ребята, ребята, окончайте спамить. Ваш персонаж известен? Да. Частично. Нет, не связан с Челябинском. Нет, у него нет машины. О, нет, у него не больше миллиона. Упырей? Да нет. Ну да. Конечно, наверное, есть, я не знаю. Бля, Лагода, у тебя есть там эти? Ну-ка, подождите, у него же есть вроде, да? Цифры. Ха-ха-ха-ха, ну все понятно, бля. Да, сука, бля, падла, бля, сука, какая нахуй. Эй. 138 раз. Так, Благо. Благо. А учитывая, как много рэперов, реально интересно, отгадает, нет? Все, давайте последний, Ластецкий, я что-то уже заебался. Да, мужчина. О, нет, не компьютерные игры. Ну да, певец. Ну да, рэпер.
А, я не знаю, у него нет вроде татуировок. Нет у него татуировок. А у него светлые волосы, подожди. Нет, то, что Даша Таран есть в Акинаторе, то я в курсе. Просто я тупой, я... Ну... Не могу нормально попасть. Так. Фу, блядь. Я не знаю, мне показалось, или Малстрой устраивает сейчас вот тусовку свою в хате, где у нас была стрим-хата. Подождите. А, да. Ебать. Помните, у нас стрим-хата была в квартире в Москва-Сити? Ебать. У него вот помещение. Мы там стрим-хату делали. Он там сейчас свою стрим-хату делает, бля. Ебать. Пиздец, это просто знаменитая квартира, я вам скажу, нахуй. Мы там были, блядь, теперь там Малстрой тусит. Пиздец. Легендарно. Ну, в принципе, можно вернуться. В принципе, можно вернуться в хату. Вспомнить, как стрим-хату свою проводили. Загадай пиздобола. Меня уже отгадали. Вот. Пойдешь? Я не знаю пока. Честно, я бы сходил. Ну, так вот, если вам честно говорить. Знаю, что вот тут уже сечёт. Пойдешь? Ну, с предъявы уже, я понимаю. Типа, чё, пойдешь опять? Опять, чтобы меня обосрать потом и прочее. Но, сказать вам честно, я бы сходил. Да, я бы сходил. И что? Да, я бы сходил. Да, я бы сходил. Да, я бы сходил. А где он стримит? На Ютубе, наверное, я не знаю. Не могу сказать. Не знаю, где стримит. Ну, потому что он вроде как на Твиче забанен. Скажешь потом, чтобы опять был повод оправдывать и хайповать? Не, ну второй раз я это делать не буду. Я думаю, что и люди не будут мне второй раз предъявлять. Те, кто предъявил, кому это нужно было, они уже предъявили и отписались. Вряд ли тут так и остались. К счастью, таких немного. Вот. Поэтому похуй. А кого мы там загадывали-то, блядь? Кого мы там загадывали-то, сука? Кого я должен был сейчас... А, благовает. Так у него светлые волосы или нет? Я чё... Блядь, вы дурак. Да? Ну, наоборот, такой человый, медленный. Ну, благо, вайт. Блять, ну рэпер, ты чё, тупой, что ли? А, кстати, он плохо знает русский язык. Он, кстати, плохо знает русский язык. Поэтому, что тут надо ответить-то? Частично. Я не знаю. Блять, у него волосы. Чё ты к волосам-то пристал, я не понимаю, а? Блять, у него же это, темные волосы, во я долбоёб. Ну, у него до плеч волосы, да, они длинные. Так, он был? Да, он был в клипе Моргенштерна. Блять, похож на Иисуса? Ну да, есть немного. Фу! Бля, ты чё, не тупой? Сразу отгадал, молодец. Ис! Кайф. Охуенно. Воу-воу. Да! Я... Вот это да! Я люблю варить борщ, потому что это, сука, мощь. А, играю в Майнкрафт каждый день. И что я могу тебе сказать?